Буква И и буква Й. Выкройка одинаковая. Но когда мы рисуем букву Е, не забываем про кружочек, который будет у нас вверху. Делаем выкройку. Рисуем. Потом вторую. Для кружочка я использую, ну, вот такие вот линейки. В данном конкретном случае диаметр 16. Вот здесь будет у меня буква. Ложим. 1. И второй. Все. Это у нас будут элементы буквы Е.